Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. Оренбургские поля. Делегация Чувашской республики принимает участие в Приволжском дне поля. Современные IT-технологии как способ торговли. Электронные торги прошли в здании Московской администрации города. Искусство в массы. Почта России выпустила открытки, на которых изображены работы чувашских мастеров. В Оренбургской области начал работу окружной агропромышленный форум «Приволжский день поля-2014». В его работе принимает участие и официальная делегация Чувашии, которую возглавляет Михаил Игнатьев. Из Оренбургской области наш корреспондент. Сельхозкультуры, которые уже давно прижились в регионах Поволжья, и селекционные новинки, препараты для защиты растений и современная техника. На то, чтобы подробно изучить выставку достижений агроотрасли, а это десятки экспозиций, многим гостям Приволжского дня поля не хватало и двух часов. В этом году окружной форум проходит с размахом. Сюда, в Оренбург, приехали представители передовых сельхозпредприятий и заводов по производству техники со всех субъектов ПФО. Павильоны расположились на территории местного учхоза в 15 километрах от областной столицы. На протяжении трех дней здесь презентовали оборудование и продукцию, а эксперты и чиновники обсуждали актуальные проблемы. Ключевая тема этого форума – развитие агропромышленного комплекса. Сейчас в регионах строят планы на ближайшие годы и расписывают стратегии на перспективу. Все хозяйства сейчас заинтересованы в модернизации автопарка, но на что сделать ставку? На окружном дне поля свое оборудование презентовали иностранные компании и российские производители. Сейчас кондиционером в кабине трактора никого не удивишь. На эту выставку привезли и агрегаты для упаковки сена, и универсальные опрыскиватели, и комбайны, которые очищают зерно сразу после уборки. Вообще, отметил полномочный представитель президента России, за последние годы в агроотрасли произошли глобальные перемены. Причем это чувствуют на себе и рядовые труженики. И те показатели, которые мы показываем в сельхозпроизводстве, и самое главное, те подходы, которые сегодня реализуются в российском селе, в наших регионах, они принципиально отличаются еще от того, что буквально было 5-7 лет назад. Появилась новая техника, вот сегодня правильно сказал Владимир Дмитриевич Волков, что с Мордовии пришла техника прямо с полей. То есть здесь нет никаких показушных образцов, здесь все то, что работает реально в поле, то, чем сегодня обладают и располагают наши сельхозпроизводители. Но много сегодня говорили о проблемах. Ощущается нехватка молодых специалистов на селе. Уже который год угрожает аграриям и засушливая погода. На рабочей встрече с федеральным министром сельского хозяйства об этом рассказывали главы регионов и руководители предприятий. Большая часть совещания проходила за закрытыми дверями. На своем вступительном слове министр сельского хозяйства отметил, что сейчас на потребительском рынке товары российских сельхозпроизводителей ничем не уступают импортным. И это говорит о том, что отечественный агропром развивается в правильном направлении. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика из Оренбургской области. Электронные торги, пожалуй, самый современный способ торговли. Процесс покупки и продажи товаров и услуг совершается на специальных сайтах, электронных торговых площадках в интернете. Сегодня в городском комитете управления имуществом прошли торги по организации поставки фруктов в детские сады нашего города. В наш век прогресса, глобальных технологий и стремительного развития сети интернет неудивителен рост популярности электронных аукционов. Ведь благодаря такому способу торговли можно покупать и продавать товары, даже находясь в другой точке планеты. Но сегодня так далеко мы не пойдем. Один из таких электронных торгов прошел в здании Московской администрации города. Добрый день. Сегодня у нас процедура раскрытия конвертов по совместному конкурсу с ограниченным участием среди субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций. Заседание комиссии по проведению торгов можно было наблюдать в режиме онлайн. Поэтому вскрытие конверта по открытому конкурсу не может даже вызывать каких бы то ни было подозрений о недобросовестном проведении аукциона. И, кстати, такие торги в здании администрации далеко не редкость. Они проходят по мере потребности, сформированы каждым заказчиком. У нас бывает в день по 40 комиссий, которые мы проводим по определению поставщиков. Естественно, у нас 200, порядка 270 заказчиков в городе. Естественно, у каждого возникают свои потребности. Одним из заказчиков данного конкурса выступил детский сад номер 182. Заведующая рассказала, что они регулярно участвуют в подобных закупках. Составляется план-график закупок на календарный год, который включает в себя наименование товара, продуктов питания, материалов, оборудования, ремонтных работ. Обязательно в план-график включаются сроки, в какой месяц, на какую сумму, в каком количестве и каким конкурентным способом будет осуществляться закупка. Работа в области осуществления закупок в настоящее время находится в стадии становления для дошкольных образовательных учреждений.
Но в конечном итоге, я думаю, что это должно привести к экономии финансовых бюджетных средств. Победителем конкурса с ограниченным участием может стать участник, который предложил наилучшие условия исполнения контракта. А победителем аукциона может стать участник, который предложил наименьшую цену контракта. Говорить о победителе пока еще рано, ведь сегодня прошел лишь первый этап конкурса. Впереди участников ждет еще две ступени торгов. Это предквалификационный отбор и оценка рассмотрения заявок. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Недавно в столице республики появился новый троллейбус. Он следует по первому маршруту. Наша съемочная группа решила на нем покататься и заодно выяснить, чем отличается новое транспортное средство от своих собратьев. Надежда Андреева редко ездит в общественном транспорте, но в этот раз увидела новый троллейбус и решила его опробовать. Удобно. Ну, как-то чувствуется, что комфортно. И вот как-то... Ну, звук тихо едет. Я надеюсь, что таких троллейбусов еще побольше будет. И будет комфортно ездить нашим жителям города. Этот троллейбус выпущен в Энгельсе. Он оснащен одной ступенькой, на которую, несомненно, легче подниматься, чем на три. Выход на средней площадке оборудован откидывающимся пандусом, по которому в транспорт может въехать инвалидная или детская коляска. Место для них тоже найдется. Напротив средней двери есть свободное пространство. О маршруте, времени и температуре в салоне можно прочитать на электронных табло. Управление этим троллейбусом импульсно-тиристорное или тиристорно-импульсное. Ну а троллейбусе ЗИУ-9 у нас реостатно-контакторные. Там, потому что другая схема управления и другой двигатель. Там, значит, асинхронный двигатель установлен. Ну, отличается мост, отличается и еще внешний вид отличается. И дальше что еще из таких новшеств? В салоне имеется кондиционер. Такая машина появилась в Чебоксарах, так сказать, на пробу. Ее привез завод-изготовитель на выставку в июне и оставил на опытную эксплуатацию. Можно догадаться, что троллейбус понравится чебоксарцам, но вот когда он пропишется в столице республики, неизвестно. Удовольствие недешевое. Одна машина стоит порядка 5,5 миллионов рублей. Вдвое больше, чем обычный троллейбус. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. 13 июля в России отмечается День почты. К этому дню республиканский филиал Почты России выпустил несколько серий открыток. Одна из них посвящена чувашским художникам и их творчеству. Наша съемочная группа выяснила, какие картины попали в необычную серию. Отправить друга в другой город не электронное послание, а самую настоящую открытку с красивым изображением. И выбрать для этого одну из этой серии. Картины чувашских художников, представленные в художественном музее, теперь стали мобильными. И эта акция стала настоящим подарком музею. В этом году ему исполняется 75 лет. Отобрали из всех подобранных нами видов 19 картин, три из которых с изображением космонавта Николаева. Все остальное – город Чебоксары. Городские пейзажи, портреты чувашского сокола, открытки с космической тематикой. Все это, по словам работников почты, пользуется популярностью. Серия с видами города далеко не единственная в своем роде. Первый выпуск у нас был с почтальоном, ретро-открытка. Затем у нас были по итогам конкурса совместно с администрацией города, с управлением культуры, выбраны 12 открыток с детскими рисунками. И вот третья серия открыток – это у нас совместно с художественным музеем. 16 работ из этой серии принадлежат перу Николая Садюкова. Художник пишет картины со школьной скамьи. Городские пейзажи и образы православных церквей – то, что его вдохновляет. Когда ко мне обратились, я даже обрадовался. Это же своеобразная пропаганда наших творений через почтовые открытки. Я с удовольствием откликнулся. Открытки уже появились в продаже. Стоимость произведения искусства в миниатюре – всего 10 рублей. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. С 7 по 16 июля на базе Чебоксарского аэроклуба 50 будущих защитников Отечества проходят военно-патриотическую подготовку в рамках профильного лагеря «Сыны России». В течение 10 дней ребята будут изучать азы воинской службы. У них уже были занятия по пожарной безопасности, а вчера 17 ребят прыгнули с парашютом. Для многих прыжок стал первым.
Юные солдаты проживают на территории Чебоксарского аэроклуба в палаточном городке уже пятый день. Здесь в полевых условиях участники готовятся к военной службе и получают начальные знания в области обороны и подготовки по основам военной службы. После, значит, таких занятий многие дети уже выбирают будущую профессию, кем быть, кем стать в этой жизни. Вот сегодня одна четвертая часть, 25% изъявила желание быть, значит, в рядах спецподразделений наших структур. Пожарные уже приезжали в лагерь. Помимо теоретической части, они ознакомили ребят с первичными средствами пожаротушения, дали возможность примерить боевую одежду пожарного и пройти полосу препятствий. Никита Солдатов, командир 2-го взвода 2-го отделения на учениях «Сыны России» впервые. Положительных впечатлений от пребывания в лагере достаточно. Но самое главное, как сказал Никита, здесь из мальчиков делают настоящих мужчин. И вчера эти настоящие мужчины совершили прыжки с парашютом. Для Никиты прыжок был первым. Боюсь, конечно же, но без этого никак. Ибо я собираюсь связать с этим свою жизнь. Хочу поступить в РВВДКУ, Рязанское командно-десантное училище. Впереди ребят ожидает еще 5 дней усиленной подготовки к будущей службе. А в следующем году будет новый набор. Учебные сборы «Сыны России» проводятся на территории Чебоксар уже 6-й год, готовя настоящих солдат. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. На несколько дней столица Чувашии стала центром маунтинбайка. В Чебоксарах стартовали чемпионаты первенства России по велоспорту маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Более 300 спортсменов приехали в Чебоксары. В гонках принимают участие сильнейшие велогонщики страны, в том числе чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады 2008 в маунтинбайке Ирина Калентьева. В Чебоксарах разыграют 10 комплектов медалей. Сильнейшие поборются за места в составе сборной команды России, которая в начале сентября отправится на чемпионаты первенства мира в Норвегию. Становится конкуренция все острее, и выигрывать становится сложнее, тяжелее. Ну, то есть уровень спортсменов растет. Но это, конечно, положительно влияет на выступление сборной команды России на чемпионатах Европы и мира и на международных соревнованиях. Уже разыграны первые комплекты медалей в гонке кросс-кантри с побыванием среди мужчин и женщин. Чувашским спортсменам не удалось подняться на пьедестал почета. Чемпионами России стали представительницы Челябинской области Эльвира Хайрулина и гонщик из Удмуртии Антон Гоголев. Его супруга Елена заняла 2-е место. Это ее первая медаль в кросс-кантри. Я не ожидала, как бы. Даже муж сказал, твое место 4-е. С погодой спортсменам явно повезло. Не жарко и без осадков. В такую погоду ехать гораздо комфортней. И спортсмены, и тренеры отмечают, что трасса в Чебоксарах скоростная. Трасса очень интересная, очень технически грамотно построена. Ну, единственное, как всегда, в Чувашии не хватает немножко горок. То есть более затяжных. Возможно, трасса изменится, и в ней появятся так необходимые маунтинбайкерам подъемы. В парке уже идет строительство регионального центра олимпийской подготовки. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашии. Я Ольга Панова с вами прощаюсь, а впереди вас еще ждет интервью по существу. Тема беседы – нормы ГТО.